это нереально, это невозможно. Когда у нас будет спокойно? В палатах находиться они не могут. Мы здесь вот на полу все лежали, все беременны, мы все плакали, у нас была истерика бешеная. Мы сами бежали в подвал с медсестрами, со всеми, это ужас было. Как-то оно вдалеке сразу начало или падать, или мы думали, или отсюда, или сюда стреляет. Когда оно близко, оно было слышно прям так губ, и мы сразу выскочили все в коридор почему-то беременные, или истерика просто, да. Мы выскочили, и потом оно резко начало губ, прям ложиться рядышком оно все стало. У нас все было собрано, мы все крикнули в подвал, мы быстро все за вещи пустились все по подвалам. Все сидели, дети грудные, все полностью сидели по подвалу. Мы зашли туда, наверное, в подвал. Я даже не помню, сколько это было. В 7 часов вечера вышли мы оттуда около 2 часов ночи. Есть такие, что остались много ночевать. Но у нас не было ни сил уже. Ну, мы вышли, вот, повыставляли кровати и стали лежать здесь, хотя бы отдохнуть на пару часов. Дождаться врачей, медосмотра весь, чтобы, ну, вот это вот, я не знаю. Это очень тяжело, конечно.